Наше подсознание — это самая могущественная и таинственная сила в нашем мире. В этом видео я хочу рассказать вам об одной удивительной способности, которым обладает ваше подсознание, о его способности напрямую воздействовать со всем внешним миром. Наше подсознание соединено со всей нашей реальностью, и благодаря этому мы можем очень эффективно работать с нашим подсознанием, чтобы создавать во внешнем мире все, что мы только захотим. Давайте я расскажу вам небольшой пример того, как люди используют свое подсознание. В начале 90-х годов прошлого века еще малоизвестный актер Джим Керри использовал силу своего подсознания для того, чтобы стать тем знаменитым актером, которым он является сегодня. И добился он этого благодаря тому, что он выписал чек самому себе. Он взял свою чековую книжку и выписал сам себе чек на 10 миллионов долларов. В назначении платежа он написал «За предоставленные актерские услуги», подписал его и положил к себе в бумажник. После чего он каждый день доставал этот чек и перечитывал его содержимое. Но он не просто читал то, что там было написано. Он представлял, как он получает эти деньги в качестве выплаты за фильм, в котором он сыграл. Он повторял это действие снова и снова. Ко всему прочему, он постоянно говорил себе: «Я лучший актер. Каждый актер хочет сыграть со мной в одном фильме. У меня очень много предложений на съемки в фильмах». Но это было неправдой. На тот момент у него было очень мало предложений. Но из-за того, что он проделывал это постоянно, он закреплял это состояние у себя в подсознании. И после этого у него в жизни стали появляться новые возможности. А еще через 5 лет он смог получить чек на 10 миллионов долларов за главную роль в фильме «Тупой и еще тупее». Несомненно, его актерский талант и приверженность к своей работе сыграли основополагающую роль в его успехе. Но бесспорным остается тот факт, что, программируя свое подсознание, он начал привлекать к себе новых агентов, продюсеров и новые возможности, которые помогли ему стать тем известным актером, каким мы знаем его сегодня. И подобных результатов сможет добиться каждый из вас, просто использовав всю силу своего подсознания. Вы сможете привлечь в свою жизнь те возможности, которые нужны именно вам, чтобы достичь невероятного успеха. Но как это работает? Как обычное представление чего-то у себя в голове и постоянное повторение одной и той же мысли поможет произойти чему-то реальному? Очень просто. Все, что нас окружает, это вибрирующая энергия. Абсолютно все. Здание — это вибрирующая энергия. Я — это вибрирующая энергия. Вы — это вибрирующая энергия. Все наши мысли — это вибрирующая энергия. Нам кажется, что здания отличаются от деревьев, а я отличаюсь от моей жены, а вы отличаетесь от ваших друзей. На определенном уровне понимания вы окажетесь правы. Но вот на квантовом уровне, на уровне субатомных частиц, абсолютно все является вибрирующей энергией. Все, что существует в нашем мире, находится в прямом взаимодействии со всем остальным. Чтобы вам было немного проще это понять, просто представьте себе работу алгоритмов компьютерных программ. Например, когда вы вбиваете в Google запрос «путевка в Грецию», вы, вероятно, замечали, что после этого на протяжении нескольких недель у вас постоянно появлялась реклама авиабилетов или отелей в Греции. Все потому, что алгоритмы поисковой системы теперь знают, что вам интересна Греция. И вот вам один секрет. Дело в том, что Вселенная постоянно прислушивается к вам и реагирует на энергетическую подпись того, кем вы являетесь. Очень важно научиться разговаривать со Вселенной на ее языке. Вселенная на самом деле говорит на особом секретном языке. И этот язык — это вибрации. Абсолютно все представляет собой вибрирующую энергию. Для меня характерна моя индивидуальная вибрация — быть Джоном Кеха, и она создает мою реальность. У каждого из вас есть своя индивидуальная вибрация, которая в науке называется энергетической подписью. У всего, что существует во Вселенной, есть такая энергетическая подпись. И все во Вселенной — это вибрирующая энергия. Способность получить за роль в фильме 10 миллионов долларов — это тоже вибрирующая энергия. Успех — это вибрирующая энергия. Все ваши цели, все, что вы хотите добиться в жизни — это тоже вибрирующая энергия. И все, что вам нужно сделать — это просто начать настраиваться на определенную вибрирующую энергию.
Есть небольшой секрет. Если вы хотите, чтобы какая-то ситуация произошла в вашей жизни, просто представляйте это так, как будто это уже случилось с вами. Не так, как будто это произойдет когда-то в будущем, или что вы уверены в себе и работаете над осуществлением этой ситуации, а так, как будто это уже произошло. И я не имею в виду, что вы должны весь день жить в иллюзиях. Я говорю об упражнении, на которое вы потратите всего 2-3 минуты, в течение которых вы будете представлять, что у вас уже есть то, чего вы хотите. Во время выполнения этого упражнения в ваше подсознание будет впечатываться нужная вам вибрирующая энергия. И после того, как эта энергия станет частью вашего подсознания, она начнет притягивать в вашу жизнь события, людей, обстоятельства и возможности, которые в конечном счете приведут вас к тому, чего вы желаете. Разве это не удивительно? Что мы можем впечатывать в свое подсознание все, что мы только хотим. Все, что вам нужно сделать, это дать своему подсознанию четкие инструкции того, что вы хотите получить. А ваше подсознание будет делать основную работу. Представляйте, как будто это уже произошло в вашей жизни. Повторяйте это себе снова и снова. И тогда это событие найдет путь в ваше подсознание, а оно уже позаботится о том, как сделать эту работу за вас. Вы только представьте, если бы ваше подсознание работало на вас 24 часа в сутки. А ведь именно так все и будет. Потому что ваше подсознание – это ваш партнер, который поможет вам достичь успеха. И все, что от вас требуется, это просто установить с ним связь. Вам потребуется всего 5 минут в день, чтобы установить связь, которая вам нужна, впечатать в подсознание то, что вы хотите получить, и позволить удивительным вещам случаться в вашей жизни.